Агнец заклан. Агнец был заклан, народом отверженный, в муках на древе Иисус умирал, а на Голгофе невиданный жертвенник жертву невиданной болью сжигал. Чашу страданий бездонную, полную, он до конца добровольно испил, и непосильное бремя греховное в дланях подняв, ко кресту пригвоздил. И свершилось последнее внятное, он произнес, и гора потряслась, вторило эхо ему многократное, надвое в храме завеса рвалась, надвое небо разрезала молния, гром прогремел, всем мирам возвестил, что на планете в смертельной агонии Сын человеческий дух испустил. Кровью на небе налился дик солнечный, алые струи текли со креста, а у подножья застыли беспомощно руки, простертые к телу Христа. Скорбь попалила лицо материнское, горькой слезой сердце сжалось тоской. Плакали чери иерусалимские, в полдень померк от печали такой. И погасло чело светлоликое. Умер Мессия, Сын Божий Христос. Разве оплакать то горе великое? Нет, на земле не хватило бы слез. Так совершил Он свое всесожжение, жизнью своей ради нас не щадя, заревом ярким Его освещая, озарена вся земля с того дня. 20 веков – это кровь искупления, освобождает весь мир от грехов. 20 веков в ней находят спасение все, кто поверил в Христову любовь. Аминь.